Льготы для казахстанской молодежи в странах ЕС сегодня обсуждали в столичном Доме дружбы. Представители молодежных организаций нашей страны в онлайн-формате говорили с европейскими коллегами о перспективах сотрудничества. В частности, о том, чтобы сделать для молодежных активистов из Казахстана вход в музеи и проезд в общественном транспорте на территории Евросоюза бесплатным. Я думаю, что главная задача вот сегодняшнего обсуждения заключается в том, чтобы создать условия для того, чтобы казахстанская молодежь могла быть интегрирована в те социальные, культурные и гуманитарные проекты, которые сегодня создаются Советом Европы. Помимо этого, сейчас у Ассамблеи достаточно хороший опыт взаимодействия с ЮНЕСКО. Мы сейчас ведем работу над тем, чтобы организация была включена в международное молодежное сообщество ЮНЕСКО.